По предварительным данным, 20 октября в 14 часов 55 минут по улице Гюго в Калининграде 47-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле» при движении задним ходом, допустил наезд на 88-летнего пешехода, которая переходила проезжую часть по линии тротуара. В результате ДТП пенсионерка была госпитализирована. Уважаемые водители, при необходимости движения задним ходом многократно убедитесь в безопасности, прибегните к помощи других, чтобы безопасно двигаться. Не нарушайте и будьте здоровы!